нельзя. Я не буду иметь с вами. Я в этом, да, да. Наташа, я это все записываю. Ну, ты же знаешь, как все плохо заканчивается, скажи, когда давай мы руки не вытираем. Ну, да, у меня с папой жила долго. Давай лапки вытрите. Так, вам рекомендую не наставить. Началось. Это Ирина Церкова, хорошая. Мы когда с Горобитиным ходили в кино, мы протирали очки для 3D, потому что он учится в Медузской. Поэтому 3D одноразовые. Вот, а я тут пела. А мне нужна была группа поддержки. Вот видишь? Да, вообще, ну ничего. Вот он первая песня. Да. Не обе. Мне должна была поменять место. Я у меня сначала шла это, а потом Синай. Они неправильные. Потому что она более сильная. Они разные, их нельзя сравнивать. Разные. Я хотела первую спеть по разнораспевку, а потом Синай. Да, ее объявили. Ну ладно. Ты, конечно, могла сказать, извините, я сейчас пойду петь. Да не, неудобно. Все такие едят. Приглашаю всех 10 марта. А что там? Масленица, фестиваль на 12. О, тебя тоже приглашаю. А что там будет? Казаки. О, Уралмаш. Скажи еще раз для Маши. Да. Я же не урок. Ну вы там вместе с Сашей. 8 марта, фестиваль на 12. 10 марта. Что там будет? А чем я записываю? Да. Ну-ка говори. Давай. А что будет? Что будет? Ну-ка, давай. Пить хочу теперь. А что там будет? Ближе к марту. Что будет там? 15 тысяч блинов. Стенка на стенку. 15 тысяч блинов. Казаки будут. Первая часть больше была замануха. И в семье можно съесть. Мам, 15 тысяч блинов. Это работает. Я стенка на стенку, это у меня нормальный такси. Ты будешь блины жарить? Я буду есть. Я говорю, буду есть. Нет, но 15 тысяч блинов. А что она закончила там? Ты говорила, что-то закончила. Мы же хореографией занимались 6 лет. Маленькая. Батарейка садится.